Я живу в Петербурге, я не переезжаю в Москву. Хотя, в принципе, могла бы давно уже это сделать, но не хочу. Я люблю свой город очень. И у нас как-то такой, знаете, и народ, в принципе, очень добрый, хороший. Но почему-то, особенно в верхах, вот в кругах высших, своих почему-то не любят. Я не знаю, почему. То есть мы вот москвичи, там кто-то еще, иностранцы какие-то, да, прям так вот расположены. А свои, то ли отношения, знаете, как к своему всегда. Он вот и так там потерпит, он просит всегда. Вот это мне немножко обидно. Я считаю, что если ты живешь в этом городе, ты должен тех, кто здесь живет, любить. Вот я, например, не понимаю, почему Эдита Станиславовна Пехина до сих пор не могут дать звание почетного гражданина Санкт-Петербурга. Это человек, который всю жизнь практически прожил в нашем городе, она тоже могла уехать и там как-то прекрасно себя чувствовать в Москве, тем более там легче раскручиваться и заниматься, наверное, какими-то там творческими делами и бизнесом. Но она этого не сделала, она любит город свой, и я не понимаю, почему. Вот какой-то отказ, с чем это обосновано, в общем. Наши чиновники какие-то немножко в этом плане, по-моему, тугодумы, а может, это какое-то специальное, не знаю.